Так, всем привет, с вами я, Владимир. Сегодня второй день покоса. Так, навешали давеча навешали установку. Вот такой стажочек я завел уже. У нас сегодня здесь было не собрано сено, здесь я собрал сено. Так, на тракторе красненьком мой сын Дмитрий Владимирович. Так, а на тракторе на синем снова Елена Степановна. Так, камера трясется. Так, ну а я на куни. Сейчас стажок здесь сделаем. И стажок, вот он там, я ему показал, Диме. Он там будет стажочек у нас. Ну, еще будет копешка. Или, может быть, еще. Ну, короче, вот так вот. Сегодня 21 июля. Сегодня у нас в Окуневу празднуют День Перуна. Языческий праздник, славянский или, ну, короче, для туристов. Люди едут, отдыхают, шашлыки, мышлыки, палаточки. И сейчас в обед, в 2 часа там на поляне, где раньше тоже дедушка мой сено косил, будет проводиться там праздник поклонения Богу, Перуну, славянскому Богу. На этот обряд я не попаду, потому что надо метать сено. А вечером будет костер, снова такой большой купальный костер. Ну, посмотрим, если останутся силы, схожу, поснимаю. Так, а сейчас, как говорится, не до праздника. Кто-то празднует, а кто-то работает. Завтра уже дожди передали. И послезавтра. Так что нужно убирать сено. Здесь вот Елена Степановна у меня собирает на второй раз. Так вот. Дима сейчас толкает, полезет на сток. Вот такие прибаутки у нас. Так вот. Что это она остановилась? А, сено там на граблях. Так вот, на это у нас. Вот. Так что надо метать сено. Вчера мы сметали 6 стажков. Вот они там за кустами стоят. Ну и сегодня, может быть, 2 точно будет, может быть, 3 будет. Но 2 точно будет. Ну, третья небольшая копешка будет. Так вот, мало снимаю, потому что работать надо. Так, ладно, отключимся и будем работать. Так, ну вот, еще копешечку склали. Ну а что, неделю все равно можно кормить такой копной, как вы думаете? А это вон туристы ходят. Туристы ходят, ездят.
Так вот, ладно. Сметали. Вчера мы 6 куч поставили. Сегодня 5 вот с этой маленькой копешечкой. Так, ну вот все. Поедем отцепляться домой. Трактор наш К-25. Так, вот так вот сметали. Так поработали мы сегодня. Продуктивно. Продуктивно или нет? Ну, продуктивно или нет? О, грабли сломали деревянные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Всем привет! С вами я, Владимир. Итак, время 5 часов вечера, мы уже дома. Трактор с кудом поставил в гараж. Те трактора, один за воротами, другой у родителей. Сметали мы сегодня 4 стога. О, корова пришла, Венка. Ага, корова. И вторая идет там сзади. Сметали 4 стога и копну. В итоге, что у нас получилось? 10 стажков мы сметали за 2 дня. И копна. Ну, копна такая неплохая. Выходи. Второй день. Мы сегодня тоже не брали. Не звали человека. Елена Степановна была у нас на тракторе. Так что... О, корова не хотела ходить. Тут кошка ходит. Что сказать, что это? Погода, короче, нам дала сметать, несмотря на то, что... А там другая какая-то вон корова идет. Ну, там другой бык идет. Короче, погода нам дала вчера и сегодня сметать. Хотя уже сегодня уже было прохладно, шторка на тракторе была закрыта на одном и на другом, и трактор больше 70 градусов температура не поднималась. Прохладно было. Ну, зато весь тепло, не ужарились, короче. Надо косить следующее. Вот. Скажу так, по молодости дур было. По молодости. Да. Еще не замужем. Пошла учиться на права. Ё-моё. Колеса. На какие права? Гусеничный, комбайн. Да, да нахрен бы они мне сейчас нужны были. Сидела бы дома, пироги пекла. Так вот. Вот так вот. Так что, уважаемые женщины, не ходите учиться. Если вы смотрите меня, нас, не ходите учиться на права. Ладно. Это была, конечно же, шутка. Хотя в каждой шутке есть доля правды. Ладно, всем удачи и пока-пока.